Всем привет, друзья мои! С вами Алмазный, и сегодня мы с Клеером продолжаем наше приключение в мире Майнкрафт с модом Пиксельмон. Клеер, здоровайся! Как всегда, на Пиксельмонт, на Пиксельмонт! Всем привет! Чё такое, Нес? И знаете, что мы здесь делаем? А чё ты написал, Нес? Ой, я не туда написал, я хотел в общий чат. Я здесь чуваку просто подсказал, на какие кнопки менять покемонов. Вот. И вы спросите, Алмазный Клеер, чё вы заперлись на болото? А мы вам скажем, здесь много новых покемонов. Я уже двоих поймал, пока Клеер там что-то делал. Все, побежали, я там видел покемона. За мной. А ещё у меня есть Шинкс, это электрический покемон. Я начал разведение электриков. Электриков? О, Магикарп, такой у нас уже есть. Так, побежали, да, ты тут... Правильно, беги, беги. Не ссысь. Давай за мной, не ссысь. Вот и не ссысь. А меня? Чё тебе? Да, хорошо, а что? Не твое дело. Ну, а чё тогда спрашиваешь, а? Ты чё, блин, на... Так, что-то какое-то маленькое болото, тебе не кажется, так, Клеер? А где болото-то? Мы сейчас вот на болоте. Но оно какое-то сильно маленькое. Нет, я в каких-то горах. Да ты куда уже убежал-то? Не туда надо. Как не туда-то? Я за тобой бежал. Вот я. Чучмек. А, вот он. А почему тебя не видно? Потому что ты слепошар. Вот. У тебя потому что интернет говно. Это у тебя интернет говно. Потому ты что появляешься, у тебя... когда не надо. Это у тебя, а не сразу я появляюсь из-за твоего говнонета. Нет, у меня раньше прогружается, а у тебя говно. Как раз ты у меня всегда есть на миникарте, а я у тебя редко появляюсь, потому что у тебя интернет говно. А чем мы здесь ходим-то? Мы ищем каких? Сейчас скажу, каких мы покемонов ищем. Так это болото. Не болото. Вот. Мы сейчас на болоте. Вот это то, что темное на миникарте, это болото. Вот я уже поймал одного чувака. Он, короче, сначала один идет, их потом он раздваивается, а потом расстраивается. А зачем ты пошел? Чувака он поймал? Не в ту сторону. А зачем ты чувака поймал? О, ну покемон имею в виду, и еще какого-то краба. Я думал, чуваков можно. А еще какого-то краба с грибами на спине поймал. А еще он избил синего гада какого-то. Да, синего босса, и мне с него выпал орб. А это, мне кажется, редкая вещица. Только вот теперь нужно заполнять его душами покемонов. То есть там, не помню, 250 или сколько надо покемонов замачкалить. И вот, чтобы он был полным, орб этот. И он от меня скрыл этот факт, пока я не нашел. Нет, я тебе сказал. Как называется? Ты бы его никак не нашел, потому что ты даже дома сегодня еще не был. Вот. Что касается магазина, вы нам еще пока что не писали цен на покемонов, пока, поэтому у нас пока что магазин не будет открыт. А чем быстрее вы напишите цен на покемонов, тем быстрее он откроется. Вот, как-то так. Хорош торгаш. А еще нам чувак по имени как его? Мандельсон? Какой Мандельсон? Ты не туда побежал, дурак. А кто? Мадсоп. Вот он нам подарил 6 алмазов. Где 6 алмазов. Ты где? Мачопа? Ты чё, моча? Ты где? Ой, как ты легко можешь заблудиться, дурак. Побежали. Меня кто-то ударил. Вот, я тебя ударил. Меня не бей, у меня мало сердечек. Еды нету, дай пожрать. Вот, а еще он подарил Клееру Lucky Egg, и мне тоже. И помог мне прокачать моего Анарича. И теперь смотрите, в кого он у меня превратился, сейчас покажу. Что не спавнится? Хлеба забирай. Вот, видите, какой он большой стал, мой Анарич. Из какой-то таракашки превратился в такого здорового чувака. Жалко, на нем кататься нельзя. Вот. А я не успел посмотреть. Успел, не ври. О, мыши летучие, они у нас уже есть. Так, о, свиномат тоже уже есть. Что такое свиномат? Ну, виноморф. 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 А мы далеко бежим?
А еще я купил клевер. Два дратини. Это редкие покемоны. По-моему, они стартовики. Дратини. Знаешь, за какие ресурсы я купил дратини? Дратини. Я купил за... Ты 20... сходи в туалет. Да слушай ты, дебил. Дебил озабоченный придурок. Что такое было-то? Да я тебе долблю. Нельзя. Дурак. Я то убегу и вот. Наверх. И вот, и... А что ты делаешь сейчас? Этот чувак, в общем, короче... Ой, ты видел, что ты делал? Я его купил за 20 железа, 11 золота, 9 алюминия и... Сейчас скажу, и за один изумруд, 2 дратини, девочку и мальчику. Дратини! Моё всё не тратил на дратини. Он потом будет эволюционировать в Драгонайра. Это дракон, вообще-то. Дратини, это не дракон. Иди нафиг. Это змея. Не, ну он похож на первой своей эволюции, когда его зовут Дратини на змейку. Клевер. Ты где? О. В одном месте. Так, не лови, это у тебя есть такой уже. А ты где? В жопе. Вот где. Понял? Бабочку нашел. Бабочка. О, ты куда убежал? Бабочка. Ты телепортировался? Читер! Нет, я бабочку нашел. Виноматку. Надо? А у нас уже есть виноматка. Свиноматка. И стрекоза у нас уже это есть. Это бабочка. У нас уже есть. У меня нету. У тебя есть, ты сказал, поймал. А, ты что, тот раз не поймал? Лови, лови, лови быстрее. Не надо, ну не надо. Лови, сказал. То надо, то не надо. Фу. А я... Вот. Чарбах! Оба. Чарбах! Так, если я ее убью, наверное. Зачем? Не надо. Лучше стрекоз поубивай. Ух ты, блин. Какая она сопротивляется. Она мощная, ты чё? 38-й левел. Чарбах! Блин! Змею вынесла. Нет еще. Так, атаковать. Сейчас я... Чем-нибудь мочка на ну. Свиномат. Свиномат. Свиноматка. Чарбах. Ага. Здесь сильно много стрекоз и бабочек развелось. Я еще одну бабулю нашел. Чарбах. Я еще одну бабушку нашел. Тихо ты. Так, она куда ты? Разок. Ой. Скипдыш. И смотри, у тебя какой покемон сам... Какой у тебя покемон самого высокого уровня? Не знаю я пока. Посмотри, быстрее, не кидай шарик. Я уже ловлю. Ой, дурак. Так, подожди. Желтым шариком надо ловить. Толпануть надо сначала. Какой у тебя самый мощный покемон, самый высокий? Дай, подожди. Все, какой самый высокий уровень? Не знаю. У какого покемона, посмотри. У тебя отображается. Да ничего мне не отображается. Покемон, нажми. Да я так поймаю. Нажми, ты так не сможешь поймать. Я поймаю. Клевер. А. Ты чё такой... Есть. Тихо. Клевер. Я микроволновку слушаю. Ой, дурак. Не было, что ли? Не было, блин. Я же сказал, не поймаешь. Ну и... С ней хрен. А, нет, ты поймал. А ты как знаешь? А потому что... Гладиолус. А ты говорил, не поймаю. А ты сюда не запрыгнешь, где я сейчас. А мне еще надо стрекозу. Ой. А у тебя что, стрекозы нет? Нету. А, да, ты ж такой козел, что не смог поймать стрекозла. Нет, я еще не нашел. Да здесь фигово туча сейчас стрекоз летала. Как залезть-то? А ты где? Ой. А че ты не долбишься? А ты че не долбишься? Тихо, ты хату нашел. Да я вижу, что ты хату нашел, я ее сам ее нашел. Она запривачена. Ты че не долбишься? Я тебя хотел долбануть.
Я тебе с дерева в прыжке хотел понять, что ты не долбишься. Забыл, что ли? Ты не читер, ты козел, понял? Так, все, пойдем домой. Домой, все, слышь, хом, прописывай. Ага, а если кто знает, где находится? Слышь, а никто не узнает, потому что это не варп у нас. Вот, смотрите, какого, каких я двух покемонов нашел. Это Солосис и Парас. У вас Сяшу нашел. Солосис и Парас. Солосис. Лососис. Да, я лососи нашел. И что? Потом у меня есть стрекоза. Потом у меня есть так, ну, бластойсы. И, кстати, клевер сейчас... Вот, у меня... вот смотри, подожди. Как дротини выглядит. Сейчас, подожди, нет. О, это этот игрок Мацоп приехал. А, нет, Мацопа. Это Мацонома. Ага. Клевер, ты куда убежал опять? Ты что такой придурок? Да никуда не убегал. Вот, смотри. У меня из-за этого Мацопа тормозить начало. Дурак, вот дротини, смотри. Он из Германии. Да смотри ты, дурак. Что это за палка? Это дротини. Вот идиот. А у меня? Да. Ты меня слышишь? Да, слышу. У меня Е-Е-В-Е-Е. Иви, побежали, клеер, я тебе сейчас кое-что хочу показать. Ребята, подскажите в комментариях, почему у меня такое происходит. Смотрите, как бы Риолу, над ними красные сердца, должно появиться яйцо. Но когда я заходил все разы вот в этот автомат, яйца не было, сейчас проверим. Вот, видите, опять захожу в автомат, я уже и автомат переставлял, и их переставлял. Не появляется яйцо, а после того, как захожу в автомат, мало того, что яйца не находится, еще и эти Риолы начинают заново спариваться. Я вот не знаю, с чем это связано. Подскажите, пожалуйста, в комментариях. Потому что они мальчики. Дурак, что ли? У меня мальчик и девочка. Вот. Вот мальчик, а вот девочка. И вот я не знаю, с чем это связано. Почему-то. Вон, видишь? Какой-то чувак Едлан. Или что там? Ой, ты чувак. Которому я песка накидал. Да, я его знаю. Он мне уже алмазики дарил. Он написал, что ему еще надо песка. Ты куда он делаешь? Написал. Он мне написал. Жрать дай. Жрать дай. Он мне сказал. Пожрать дай, козёл. А у меня одна булка. На. Да пофигу. Не ври, у тебя не одна, у тебя еще есть. Откуда ты знаешь? Я у тебя в руке вижу. Блин. Все? Да... Все сожрал. Ты жрёшь, блин, больше меня. А потому что я бегаю. Отлично бегать. О, Мацоп пробежал. А, Мацоп. О, алмазик. Германии. И тебе алмазик. Отдай мой алмаз. Отдай алмаз. Все, кидай, я в сейф положу. У нас все алмазы в сейфе хранятся. Сейчас. Мне чувака надо отблагодарить. На. Топор. Лови, иди, лес руби. Дай мне алмаз, клеер. А у меня нету. Не ври. Кинь алмаз, я его положу в этот, кто. Да не бакишар. Не, ну конечно, за покишарик спасибо. Вот, молодец, за алмазик. Все, и я ложу их все. Что пишет? Вот, все. За топор. Меня спасибо. Похвалили. А так. Вот у меня покемоны. Ага, а я сейчас буду делать item. Киноматка. Финдер. Так, у два алмаза, есть. Три золота. Ага, все, берем. Уровня. Значит так, берем мы. Есть. Три золота. Сундук так, со змеей. Какой? А это тебе подарил как Мацоп. Раз Мацоп. Мацоп. Нет, дай прочитаю. Так, раз, два. Не пыть. Так, потом один и... Соп. А, соп. Дай ему пожрать. Он сейчас сдохнет. У меня нет пожрать. Я сейчас кит-старт возьму. Быстрее. Кит-старт. Навряд ли успею. Так. Вот кит-старт, на.
Быстрее жри, чувак. Спасаем жизнь. Мы тебе жизнь спасли. Теперь ты нам вечно должен. Понял? Ага, это мы им должны, он нам такие подарки дорогие делать. А если б не я, он бы сейчас сдох. Почему? Я же ему жрать тогда. Как он зашел? А, это через шифт, это баг такой есть. Это он мне рассказал. Как ты зашел? Ну, как-то так. Так что наша тайная комната теперь нифига не тайная. Блин. К сожалению. Читер, блин. Да. Он так... И теперь это там ждет каждый. Потому что я рассказал секрет. Блин. Да. Так, вообще, смотри, Клей, сейчас я сделаю радар на покемонов. На него нужно 2 алмазика. А может мы закончим и я пошел. А, ну сейчас мы сделаем эволюционный обмен. Возьми, знаешь, у тебя есть в инвентаре этот, кто он? В компьютере. Найди, у тебя мочок есть. Тихо. У меня 5 блоков Голдстоун не найдется. У меня или у тебя? Так. Что ты написал-то? Не, так, сейчас. Нет. У самих. Нет. Сейчас я ему дам. Да нет у нас вообще Glowstone. Сейчас я ему дам. О, сейчас ему камней понакидаешь. На! Так, в общем, все, приступаем к крафтингу. Раз, два, так, три, крафт. 4, 5, 6, 7. Раз, 8. 2. О, радость. 3, 4, 5. Ура! Ой! Ой-ой-ой! Он радуется. Он не радуется. Редстоуна 10 блоков. Какого редстоуна? Ты ему досок каких-то там дал. Зато человек рад. Ой, ёлки-палки, чё за дебильный молоток? Я ж додел. Не вздумай забрать слиток. Блин, это золото? Нет, это алюминий, он не нужен для крафта. В общем, смотри, пока что в компьютере найди мочок. Заткнись, пока я тебе... Найди мочока, клевер! А. Во-первых, замолчи, найди мочока. Какого? У себя в инвентаре. Мочока. Мочалку? Мочок. Мочоп. А что такое? Ну, в компьютере. Покемона. А-а-а. Ты тупишь-то. А что у меня в руках? Фигня какая-то. Клеер, не тупи. Быстрее. Мочока. Вот он. Нет, мочоки. Мочоки. Ага. Бери. И? И жди. А чё у меня? А, яйцо что ли? Что, блин? Данный предмет запрещен. Радар на покемонов. Блин, фигово. Я хотел сделать. Печалька. Чё у меня в руках? Не знаю, кусок какушки. Яйцо! Ха! Откуда у меня яйцо? Ты ну, яйцо потерял. Кинь его, кинь. Да? Кинь яйцо. Да. Да не мне. Да не выкинь из инвентаря, правой кнопкой мышки надо тыкнуть. Ой, а ты чучмек. Яйцо дай. Да не трожь ты мое яйцо. Так, мои яйца еще тут забирать будут. Не, не вылупился птенечек. Так, все, сейчас я, короче, беру своего мочопа и будем совершать эволюционный обмен. Компьютер, открывайся! А-а-а. Какой открывайся, ты на улице стоишь? Сервак какой-то. Ой, ёлки-палки. Ты куда убежал? Я не убежал. Чё-то сегодня подтормаживает. Сервер дурацкий. А ты где? Сильно игроков на нем. А вот сейчас увидишь, сейчас приду. О, Мадисон из Германии пришел с топором. Он, наверное... Ой, ты Вася, клевер. Так, значит, берем вот. А, он спрашивает, вы снимаете? Снимаете. А, да. Ой. Все, клевер, пошли на варп-арену. Да? Угу. А как пишется? Слэш варп-арена, не тупи. Ты меня бесить уже начинаешь, клевер. Не варк, а варп. Антенна. Ой, арена. 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 На. Ты пью. Опа.
Палки-палки. Где мочок? Взял с собой мочока. А я не помню. Да? Ну все, здорово. Так, подходи к обменивающейся машине. Я всех разогнал. О. Так, выбирай. Кого? Яйцо? На. Мочока. А. На. Вот, а ты нажимай чё? Готов. Что, не драться будет? Нет. Смотри, он эволюционирует. Видишь? Просто стоит. Ну, у тебя видишь надпись, не может быть. Может быть, мочопа или эволюционирует. Вот. Он сейчас четырехруким станет, короче. А, не может быть. Мочопа эволюционирует. Ух ты, блин, какой он у меня здоровый стал. А у меня больше. Ваш мочоп эволюционировал. А ты его, слышь, заспавни его, заспавни. Да у меня ничего еще не... Не могу выйти. О, вышел. О, заспавни. А ты где? Я вот он перед твоим носом стою, заспавни. Мне же надо еще выбрать. Да наспавни ты его быстрее. Да, забери. Вот. А теперь смотри на моего. Опа-на. А где мой? А у тебя мой, а у меня твой. Чего у меня твой? Все, спавни обратно. Ты мне опять дешевок вот отдал. Какого дешевого? Все, обмениваемся обратно. А у тебя какой уровень был? У меня 33. А у меня? У тебя 29, быстрее. А тогда не отдам. Клевер. А. Я тебе же тогда твоего этого отдавал. А, ну ладно, на, забери. Да что за фигня-то? Ой. Меня опять выкинуло. Ой. Ошибка сервера дебильная. Сервер лагает. Чувак, какого-то хреню не готов. Чё ты что? Ты что, обменялся? Нет, я не могу. Вздумай, выйди из машины. Нет, вот так, о, вышел. Выйди из машины. Да вышел. Все. Я яйцо ему чуть не продал. Все, быстрее заходи в машину. Вот, все, выбирай. Мачампа. Ставь готов, обмен, все. А все. Чего нам? Все, 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 все. Мачампик у меня есть. Хи-хи-хи. Крутой такой мачамп. Мачамп. Мочом. Давай. Да, пойдем домой. Опять писать. Вот такой вот у меня большой чувак. Это у меня такой большой. Так, все, слэш хом пиши. Слэш. Том. Том. Хоми. Дурак, что ли? О, смотри, я в другой. А что такое? Ой, слышь, я на нем кататься могу. Он опять дохнет, что ли? Вот прикол! Ха! Я на своем кататься могу, слышь! Клевер! Выходи на улицу, выходи на улицу, Клевер! Тут чуваку плохо! Выходи на улицу, спавни своего этого и садись на него. А, и правой кнопкой мышки по нему тыкай. Тю! Зацени! А я у него на плече сижу. Ну, я тоже. Нет, у него на башке. Ну, ты как бы тоже. У меня тоже показывает, что я на плече, а у тебя что ты... Я трансформер. Все, давай, подходи к дому. Я не могу. Он не шевелится. Он не шевелится. Ага. Я говорю. Вот фигня-то, а? Че ты дразнишь-то? Че за фигня? Он не шевелится. У меня перс сдох. У тебя перс сдох. О! Ха! Что за дебилизм долбанный? В одно место, в мочам. Что за фигня с сервагом происходит? Ты голый. Я уже одетый. Спавни его и садись. Ага. Хочешь, чтоб мой сдох? Спавни и садись. Мочопа? Мочопа? Спавни и садись. Да я уже еду. Ко мне подходи. Вот. Так. Ты не с той стороны встал. С другой стороны меня встань. Он не ходит. Ой. Чё не ходит-то? Он в бок не ходит. Я знаю, сейчас вот все вот так. Во-во-во, все, стой, развернись. Во, все. О. Идеально. Какой идеально? У меня камень. Все, стоп.
Какие-то мочаки. Все, стой, стой, не шевелись. О, ну что ж, ребята, сегодня мы совершили еще один эволюционный обмен. Также, что мы сегодня еще сделали? Побывали на болоте, Клеер поймал виномата, и я у вас попросил, чтобы вы снова писали в комментариях цены на покемонов и помогли мне решить проблему с тем Риолу, потому что его яйцо у меня просто-напросто не забирается. А на этом пока все, друзья мои. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Клеера, вступайте в мою группу ВКонтакте. С вами Алмазный Клеер. До новых встреч на каналах. Клеер, скажи пока. Всем пока. Пока-пока. Дебильный какой-то. Ой.